Показать лампочки. Вот прожектор сейчас светит. Вот одна лампочка. Вот вторая лампочка. И плюс еще я свечу этой налобным фонариком. Здравствуйте, наши дорогие зрители. Ночь с 21 на 22. С вами Валентина, канал Алтайский край, глазами москвички. Люди. Телимся. Вот так вот смотрим. Сейчас скоро пойдем кофе попьем. Пойдем принимать. Кофе пьем, сейчас пойдем. Если успеем. Посмотрим, будем ли сегодня тянуть. Ну, как хорошо. Видно? Ножки. Наши матрешки. Чего ты жрать хочешь? У тебя полная кормушка. На жизнь. Голову слетать. Вот он, родный. Вот он. Только не видно совсем. Вот он, рыженькой. Давай-ка. У меня вам. Вот он, сладкий. Твой-то, рыжий. Ой, порвал. Ну и ладно, что теперь? Вытаскивай теперь же. Ой. Еще, давай, давай. Вот так, умница. Тихо, 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 тихо. Этот. Кто? Как-то. Кровавый, что ли, сильно? Нормально. Это морду, морду. Девушка, нет. Дышит. Понятия не имею ничего. По морде. Чуть не упала. Че? Че с этим? Пока ничего. Пусть пока полежит, не холодно. Задери ножку сразу, чтоб. Кто? Ты мне говоришь? Ну кому еще? Девочка, девочка. Припевочка. Дай-ка я ей. Дышит, а потом спасибо. Дай-ка я ей. Мордень-то. А, девочка красавица. А ты нам очень нравишься. Мордень твою мы сейчас. А ты-то маленькая какая-то, да? Да. Кого хотели? Да, она еще разговаривает. Ай, она уже разговаривает. Всего, мамуськин. Не видать ни хрена. Как всегда у нас. Вот такая красота народилась. Поздняк. А? Сам поздняк. 12 часов ночи. А ты посмотри, там же пленка. Ты ее оторви, можно тащить к ней. Ай-вай-вай-вай, ты нас забрызгала всех. Морда. Вот эту пленку с зопы сними. Ой, да какая ж красота. Ай. Ой, ну и ладно, ты тут меня рогом. Тебе тоже интересно на красоту посмотреть. Вот меня рогом в бок пихает. Чё, нет? Чё, нет? Доставай. Иди давай, иди. Подожди, ты. Вау. Ну ладно, не надо меня пинать в задницу. Нет, ты посмотри, она продолжает. Давай. Ну я выключала сейчас. То есть про то. То есть балбит. Про то, как я говорила, что мы ее себе оставляем, это я не писала. А папка сказал, что мы не оставляем ее себе. Он сказал, будешь сама за нее навоз выгребать. Ну, наверное, будем. Ты же от ветки и от гарика. Как ее можно оставить? В общем, сегодня у нас 21 число. А может быть уже 22. 12 ночи. Заметила, что будет отсел я в 4 дня. Мне прям сильно показалось, что, наверное, будет. Схватки начались уже в 8 вечера. В 10 вечера начались потуги. И вот она вот. Бум! Она упала, она упала! Куда упала? Ну, она встала и упала. А?
Вот такая красота, та-та-ра-ра-ра. Он какого еще Гарика? Как какого? Нашего какого? Наш Гарик разве? А кто? Да я. Ну, пофиг, в 15 дебильных был. Да я ладно. Не знаю, кто кого. Он их любит, он просто. Кроме нет, коров знаю, остальных вообще не ведаю. Ну это Ночина внучка. Это Ночина внучка. Это такие кровя хорошие. Ой, какие надо... кровя хорошие? У него же кривой. Кто кривой? Да у него кривой, хрен с ним. Какую девку сделал кривым-то? Хотела сказать, ты попробуй прямым, а ты тоже хорошую девку прямым сделал. Вот именно. Это вообще не для печати, конечно. Как Костякин говорит, Юлия. Ой, смотри какая. А-а-а, какая девочка. Ой, извините, это я проснулась. Не, ну как продавать такую? Нет, нет, папуль. А похоже на эту, на февраль. У нас что-то все на февраль похож. Не она ли папа? Папка, ты меня трясешь, камера. Ай, какая красота. Ну что, хватит, нет? Тут трясется. Там нет сквозняка, пускай отлетает. Ну вот тепло. Здесь на проходе сквозняк. Вообще там... тепло на улице. Сегодня плюс один было даже. Ну его нафиг не хочется. Снегу 15 сантиметров, не помню. Завтра сгребать. Да. Для молочника. Я не знаю, говорила я или нет, это наша третья тёлочка. Но у нас нет глицерина сегодня. Что делать? Завтра аптеки не работают. Нет, аптеки работают, но мы не поедем же завтра. А в понедельник мы поедем машину страховать? Я так думаю, да? Можно. Почему нет? Надо страховать. Заодно глицерину купим. Ой, дочери нет, а то бы сейчас был бы тут такой концерт. А так тихо, тихо, спокойно. Остальные вон вообще кто-то спит, кто-то там что-то жрет. А дочь когда? Это такая паника. Она тем более бабка. То есть быстро. Мы в этот отел мы не помогали. Почти. А где мы помогали-то? Ну, я поправил, чтобы салон. Ну, что ты, это... Мы тех вообще вытягивали. Ну, что ты помогать 25 килограмм, 20? Ну, где 20-то? Ну, какие 20? Ну, 15. Ну, 35, наверное. Да ну, прямо с зимой, что ли? Ну, что ты? Маленький. Ну, не 20 же она. 25. Где эта куртка? Какая куртка? Зимняя. На которую ты носил? Которую я укрывал. Не знаю. Ты ее туда поднял. Боумс! Морда застряла! Не застрял. А, кладки бежит. Ой. Увидал. А она похожая по морде-то. Такие же эти. На носе. Куда ты суешься-то? Чудо. Из пруда. Это вот что у нас, папка? Закрытие сезона или открытие сезона? А? Как ты считаешь? Я сплю. Ну, пап, ну да что поговорить? Ну, поговори со мной. Меня эмоции переполняют. Ну, тогда вы, наши дорогие зрители, скажите нам, пожалуйста, считать это закрытием сезона? Да. Отпишитесь. В комментариях, а я где сказала? Я не сказал нигде. В комментариях отпишитесь, это закрытие сезона старого. Но у нас не телились давно. Самое главное. Ну, это, наверное, на это можно смотреть бесконечно. Забирай. Вот прожектор сейчас светит. Вот одна лампочка. Вот вторая лампочка. И плюс еще я свечу этой налобным фонариком. У нас светло в коровнике. В принципе. Я не знаю, почему не так. Ай-вай-вай-вай, опять застрял. Ай.
Ай, ну да, чего ж ты, красота. Как тебя будут звать? И имя. Пишите в комментариях имя для этой вот чуды. Мама Ветка, папа Гарик. Гарри Ветка. А у нас новое есть еще кто? Гарри Ветка. Я не помню, как у нас зовут-то все. Дочь, давай, давай, ночь, побыстрее. Лада, февраля, насыпь, вода. Дина, Голуба, Малыша, Калина, на В больше нет никого. Ой, я у меня спина затекла. Давай, это, а что мы тут? Тащи ее, дай ей доспать. Время уже, наверное, первый час, а ты второй. Что, ты потащил, да? Ну, а что делать? А я не вижу, как ты тащишь. Ноги убери. Можешь меня облизать. Ой, а мы обычно это же давали ей дробленки. Тащить-то когда? Нормально. Ай, ай! Мама брыкается. Ой, мама! Куда я тебя потащила? На! Наскорь. Да наскорь. На, попей. Попей. Что такое? Свети плохо. Вот. Еще свети туда. Куда проходи? Так, попону папка одел. Да, у нас девочка в попоне. Она уже скачет. Да, вам так. Она уже скачет. Ей полчаса от роду, она уже скачет. О. Стоит. Где полчаса? Полтора литра было. Полтора литра выпила она Малазива. Еще бы, да, но я бы не стал. Да, она еще нет, больше не надо. И 8% от веса первый раз. Там осталось немножко на завтра, на утро, если что. Да. Ну вот. Вот она уже. Вот такой попой, она уже скачет тут. Тут скачет она уже. О, да. Попка у нас как любит теленков. А хвостик веленький. Ой, как жарко тут. Зайцы такие сидят, нахмурились. Пошли. Пошли.